На конкурс дети читают стихи. Сердцева Виктория, 15 лет, поселок Серебряные пруды. Иосиф Бродский, я не философ. Я не философ. Нет, я не солгу. Я старый человек, а не философ. Хотя я отмахнуться не могу от некоторых бешеных вопросов. Я грустный человек, и я шучу по-своему. Отчасти уподобясь замку, а уподобиться ключу не позволяет лысина и совесть. Пусть те правдоискатели, что тут, не в силах удержаться от зевоты, себе попугаю заведут, отец сидеть им будут анекдоты. Вот так же, как в прогулке нагишом, вот так, и это, знаете, без смеха. Есть что-то первобытное в большом веселье от собственного эха. Суровость, к сожалению, не плюс. Но если я нечаянно отплюнусь, я только докажу, что не спешу назад в глубокомысленную юность. Так зрелище, приятное для глаз, башмак заносит в мерзостную жижу. Хоть пользу диалектики как раз, в удобстве ретроспекции я вижу. Я не гожусь ни в дети, ни в отцы, я не имею родственницы, брата. Соединять начало и концы — занятие скорее для акробата. Я где-то в промежутке или вне. Однако я стараюсь ради шутки. В действительности, стоя в стороне, доказывать, что нет, я в промежутке.